Ой, извините. Вот и все. Друзья, хочу вам показать один игровой канал Злого Пингвина. Качественные видео и интересная озвучка заставят вас нажимать лайк снова и снова. Заходите на его канал, сейчас он проходит Драйвер Сан-Франциско, Хитман и Том Райдер. Подписывайтесь, друзья, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Far Cry Primal. Так, у нас тут были какие-то задания интересные. У нас вот тут уже племя зарождается. Там еще. В общем, круто. Такого Far Cry еще не было. Довольно-таки интересно, мне нравится. Так, что тут по заданиям? Сейчас посмотрим. Изготовление, можем что-то изготовить. О, копье. А, параметры. Урон плюс 1, прочность плюс 2, скорость плюс 2. Или это всего 1, 2, 2. Не знаю точно. Так, брошенное копье наносит больше урон. Урон 2, прочность 3, скорость 2. Понял. Изготовить, конечно же. Теперь мне нужен северный кедр, чтобы улучшить его. Аж 12 штук. Северный камень 8. И северная глина 6. Все северное. Так. Выполнить сюжетные задания. Лук, чтобы нам улучшить, нам нужны южный камень и южная пыль южного камня. Понятно. Ага. Перья. Ну и все. Отлично. У нас есть хорошенькое копье. Так. О, я забыл, у нас же теперь можно много стрел брать с собой. Так, посмотрим задания наши. Так, 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 так. Пожалуй, быстренько переместимся вот сюда и пойдем. Нет. Или да. А, у него есть еще какое-то задание, надо будет пойти к нему лучше. Ну, опять эти глюки. Ну, хотя посмотрим, вот что интересное будет. О, цветы есть. Так, побежали. Это что такое? Так, как можно больше... Я что-то... Что тут происходит? Эта цель движется. Это, наверное, опять сражение. Убейте захватчиков и спасите. Понял? Блин. Так, понял. Один готов. Иди-ка сюда. Ты чё его тут напрягаешь, урод? Все. А ты давай вали. И хватит поодиночке ходить, придурки. Так. Блин, не то. Так, так, так. Может... Аванпост захватить? Или нет, это лучше в конце. Так, ладно, вот посмотрим, что вот это такое. Так, туда. Бежим, бежим, бежим. О! Кабан. Кабан нам, по-моему, не нужен. Ну, пускай живет тогда. А палки вот нужны. О, ты чё? Чё, как он ходит вообще? Ты чё? Дурак, что ли? Его жестко глючит. Так, тут животные орут прям как резаные. Да чё с тобой? Ah!
Блин. Как плохо здесь, что здесь нету автомата. Это бы неплохо так помогло. Так, стрел. Блин, всего 13. Чё? Ага, понял. Вот эти аборигены. Вот он, вот он, вот он. Куда? Блин. Да ты сдохнешь сегодня или нет? Зато тут подкаты есть, как в Warface. Взять, конечно. И где он? А, вот. Так, отлично. Кстати, можно убрать эту анимацию, то, что он собирает. Как, типа, снимает шкуру и все такое, игровой процесс. Так. Режим приседания, так, меню на экране, анимация сбора добычи. Нам это не нужно, можно просто сэкономить себе время. Так, сейчас проверим как раз. Вот, отлично. Зачем нам каждый раз это так нудно собирать? Если можно вот так по-быстрому. Винджа, винджа. Так. Держи. Ух ты, падла. Так. А он куда убежал-то? Не понял. Где еще? Сколько вас здесь? А, вот ты где. Пригнулся, блин. Прямо перед самым. Можно сказать, выстрелом пригнулся, падла. Где еще? Больше не вижу. Так. Собрал. Собрал, где еще? Где этот труп? Вот он. Так, тут их племя, видимо. Или что-то типа такого. Так. Так, так, так. Где он? Я его видел. Ага, вот ты. Да ты, блин. Идиот, иди сюда. Хватит бегать. Вот и все. Орал больше. Так, наскальные рисунки. Их вот так осматривать нужно было вроде, нет? Нет, ну ладно. Так, что тут есть вообще? Как на карте обозначить? А, вот пещера. Или нет? Нет, ладно. А как на карте теперь обозначается это место? Никак. Ну, пошли сюда тогда. Все, смотрим. Не очень нужно было это. Так, дальше. Где? Ух ты, блин, ты чё? Ты откуда взялся-то? Да залазь, идиот. О, он горит. Так, стрелы против... Прикинь, в воду залез. Ну ты даешь, Миша. Так. А поджечь? А, вот поджечь. Вылазь давай оттуда. Это что такое? Это крокодил? Это реально крокодил? Был крокодил и нету крокодила. Так, ладно, заберем его шкуру. Ух ты! Блин. Давай снять уже. И это забрали. Отлично. Не запрыгивает, жаль. Очень-очень-очень жаль. Что-то такое, блин.
Ой, все горит. Ой, бедняга, растерзали. А ему вообще без разницы. Так, что такое? Так, палочки. Выручалочки. Пойду-ка я поверху. Ага. Еще подняться бы сюда. Так, теперь я знаю, как медведя отпугивать нужно. Так, вот они. Вот это вообще кайф. Так, горите, ребята, горите. Так. Тартар Васильевич очень жестокий тип, конечно. Так, вон там какое-то племя. Где все люди? Где они орут вообще? Ну, пошли туда. Там вроде какие-то стрелы летают. Так, это свой. Подожжем. Так, ты по-тихому. Где-где-где? Не вижу. Блин. Черт, промахнулся. Блин. Че такой? Урод. А, вот ты где. Ну ладно, сейчас. Сейчас. Подождите, я подлечусь. Стрелы нужны, блин. Самый умный. Так, где еще? Вот он. Бежал. Еще ближе подошел бы, придурок. Так, где он? Ну ладно. Сейчас вот так вот сделаем. Гори. Короче. Так. Мертвые тушки. Ой, что-то я их не обыскал даже. Так, все. У меня добавление. Так, ну отлично. У меня есть и стрелы, и копья. Так. Туда, там задание какое-то. Сейчас посмотрим, что за задание. Вот, хорошо. Туда и пойдем. Так. Чё? Я думал, опять медведь. Зачем я эту цель включил так? Отлично. Быстрее давай. Жаль, тут как форест нельзя. Деревья порубил, вот тебе и бревна, блин. Так, все забираем. Раз оно здесь лежит, значит никому не нужно. Так, ну все. Давай мне свое задание. Я тебя не брат. Ты себя видела вообще? Так, там задание. Задание.
А что она за задание нам дала? В пещеру зайти, что ли? Так, ну посмотрим сначала, что у нас здесь. А потом вон в ту пещеру и пойдем. Так. Тут аборигены. Ага. Еще и наш. Понял. Я бегу, дружище. Ты там держись. Вы тут держитесь. Все будет нормально. Как сказал один великий медведев. Да твою... Знаете, копье тебе в глаз. Ну куда ты стреляешь, дурак, я же здесь. Че, двоих? А, нет. Так, сейчас мы его подожжем просто и все. Вот и гори. Ясно, дружище. А ты беги отсюда. Где он? Умер, что ли? Так, ну ладно. А, вот ты где. Да вас еще и много. Ну вообще красавцы. Еще и медведь здесь где-то орет, по-моему. Так, ты мне копье вернул? Не вернул, а вернул. Красавчик. Так, теперь в пещеру. Надо посмотреть, что там в пещере. Вот здесь вход где-то. Ну, пойдем. Мне бы эту кошку, блин. Было бы очень хорошо. Так, это что, пчелы? Так, так, так. Вот, блин. Вот почему мне крюк-кошка нужна-то. Так, козлики свалили отсюда. Блин. Разблокировать нужно. Ладно. Ну, подождем тогда. Сейчас переместимся сюда. И пойдем тогда на другое задание. О, блин, наступила ночь. Вот сюда пойдем. Аванпост. Так, посмотрим, что в мешке. А тут ничего не прибавилось. Ну ладно, пойдем. Так, а куда мы шли вообще? А, аванпост. Пойдем, это не проблема. Сейчас опять... Блин, кошка. Поскорее бы уже она у меня появилась. Бежим. Блин, я бы там спотыкнул. О, тигр. Че это он? Уж больной какой. Ты куда побежал? Он всех перебил. Ты чё такой, блин, бессмертный, что ли? О, блин, твою мать. А. Вот и все. Доигрался, урод. Так, бежим. Нужно много стрел. Чё, еще один тигр? Да сколько можно? Так, ладно. Подожжем наше копье.
стрелу подожжем. И... тише, тише. Убежал бедняга. Так, вот племя. Это что такое? Волк? Охотился. Еще один. А тут даже вленненько у них. Так, аванпосты, охраняемые лагеря. О! Аванпост я еще, значит, не захватывал ни разу. Понял, сейчас. Замутим 5 сек. Это кто у нас? Овечка какая-то. Так, 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 так. Это что? На тех парень. Ну давай снимем шкуру. Так, так, где все люди? Не понял. Тут вообще кто-нибудь есть? Это что? А, не спят. Ничего себе. Ну этот точно не спит. Так, так, так. Так, так. Вот еще один готов. Так, в хижинах кто-нибудь есть вообще? Храпит кто-то. Так. Да. От них вот этот идет такой запашок. Так, девушка. Вы тут как вообще? Нормально? Так, стрелу я сейчас. Тихо, тихо. Спать. Ой, извините. Эй, эй, ты что делаешь? Я не это хотел. Ой, блин. Я пошел отсюда. Так, что тут дальше? Вот еще одна хижина. С рабочиком, не знаю, ну вроде как бы дети играют в эти игры, не нужно было все так откровенно делать. Что за люди вообще? Так, где вход-то в хижину? Я в той был? Или в этой был? В этой, видимо. Так, сейчас зайдем вот в эту. Все. Ага, понял. Волчара тут рычит вовсю. Где у них тут вход вообще? Нет. Поджечь стрелу мне не нужно. Хотя если сжечь хижину, такое возможно? Вроде горит. Да, отлично горит. Гори ясно тогда. О, блин, я забыл про волка. А он освободился, красавчик. Так, аванпост. А, что тут? А, мне еще туда дальше нужно. Вон там кто-то стоит. Че ты там? Как ты там? Дальше, дальше. Здесь палево так идем. Тут что-то есть. Это что? Так. Теперь вам ваши мячики
не успел прочесть. О, тише, тише. Так. Один тут. А что ты тут один вообще делаешь? А, все, последний что ли? Это как-то быстренько все прошло. Аванпост Капалла. Отлично. Численность Винджа. Так, что у тебя есть? Че, не понял, теперь тут мои будут или как? Эй, ты че? Я ж тебя освободил. Свалил отсюда. Так, это кто? Это мои. Отлично. Так, дальше. Ну вот. Вот задание. Война племен. Убийство. Сложность. Средняя. Так, это куда? Туда. Стрелы, стрелы. Блин, вечно не хватает всего. На каком языке они вообще разговаривают, интересно? Так. Ясно. Снова не хватает. Белый козлик какой-то странный. Так, вот он. Может, его шкура для чего-то нужна будет? Жир зверя, ну и в любом случае шкуру забрал. Блин, что там с улучшениями? Улучшить пещеру, а как ее улучшить? Деревня. Два мешка ресурсов для оружия и еды. Так. Мне нужно, видимо, побольше. А, нет, это... Не то. Так. Улучшить деревню. Ну сейчас разберемся с этим заданием и попробуем как-нибудь улучшить деревню. Опа, это что такое? Это свои? Это не свои. Так. Так, что-то тут цель была же. Нет? Ладно. Ты что? Сам по себе? Ладно. Так, нам наверх. Так, только как бы туда забраться? Ладно, блин. Чё, блин, за мной опять кто-то бежит? Ты кто вообще? Дикая собака. Бежать. Так, давай мне свою шкуру. Нормально. А, это значит олени так орут. Понял. Инджа, ча, ча. Так, ну давай. Пищам, ма изила мари баударш. Дваш драма. Задание добавлено. Ну, Ханам пачаш. Война племен. Так. А я где? Нам сюда. Хорошо. Сейчас все сделаем. 5 сек, не волнуйся даже. Так, вот. Я где-то слышу орут. А, это наши.
Вы как тут, чувачки? Нормально? У них тут шашлычок и мясо. Чё с мясом? Ладно. Они, короче, в порядке. Им бутылки водки не хватает, правда. Так, что тут? Кого убить нужно? Ты чё? Так. Не понял что-то. Война уничтожения. Сожгите лагерь врагов, чтобы остановить их продвижение. Понял. Сейчас опять всех замутим. Так. Так. Видимо, там лагерь начинается. Это что такое? Принять. Так, где? Прямо. Понял. Сейчас все сожгем. Я в этом деле просто мастер. Так. Я как ковбой, блин. Так. Туда и туда можно. Так, блин. Чё сказал? А чё-то он как-то нормально одетый вроде. Или нет? Или он в краске? Чё за странный тип? А, понял. Спи давай. Так, чё тут дальше? Куда идти-то? Никто им подскажет? Так. Ну давай попробуем сюда, что ли. Сюда. Так, ну если сделать вот так. Тут сжигать-то нечего. А вот. Что-то горит. Блин. Все. Молчать, женщина. Чё? Все, все получили. А их тут вообще много-то? Чё-то они в разные стороны бегут, ребята. Вообще нормальные. Так.
Так, лечимся, лечимся. Блин! Вашу мать! Так, надеюсь, я там хотя бы недалеко от этого всего буду. Так, ну недалеко. Сейчас надо будет с ними разобраться со всеми. Все на месте. Все собираем. Ну все, ребята, вы попали. Пойду-ка сюда. Держи. И тебе стрелу, и тебе стрелу. Так, сзади у меня кто-то есть, блин. Так. Все, спи, дружище. Да ты, блин, наглые такие твари. Все, ты тоже спать. Так. Теперь поджигаем и делаем вот так. Отлично. Все ломаем. Да ломайся ты. Так, отлично. Ага, вот они. Вот и все. Ага, не все. Хедшот, мать вашу. Блин, да сколько вас? Блин. Ну, твою мать, я тебя... Ты бессмертный, что ли? Да уйди от меня. Ну вот, я теперь с горящей стрелой. Держи. Ты сдохни уже. Сколько вас тут еще? Две стрелы. Ты что, терминатор? О, блин. Так, а что это у меня там? Да не, не это. Что-то кинуть, что ли, можно? Ага, вот. Ты что? Нет, не это. Вот это. Что это было? А, пчелы? Ничего себе. Я про это не знал. Да нет, зачем тебе это тело? Уйди отсюда. Так, ладно. Еще вроде осталось немножко, да? Разрушить. Или нет? Так, завершено или как вообще? Так, давай-ка сюда поднимемся. Может, там есть еще что? Ну, больше камней я таких больших не вижу. Ну, видимо, все. И давай. Вот молодец. Все, мы изучили, теперь валим отсюда. Так, задание завершено или как, я не понял. Нет, еще не завершено. Ну что тут делать-то осталось? Так, туда говорит.
все. Сколько их здесь, блин? Так, стрелы, копья, все здесь есть. Так, вот один, второй. Уже сжигал. Ага, понял. Эти тоже нужно ломать. Так, сломал. Вот еще бревна. Есть уничтожение завершено. Покиньте область, да, с удовольствием. Не люблю я пещеры. Бежим давай. Так, сюда вроде. Да, отлично. Все, я завершил. Так, теперь ванпост. Нет, не то. Так, тут мы еще вообще не открыли. А, я хотел попробовать улучшить деревню. Надо посмотреть, как это. Я что-то не до конца понимаю. Или это нужно набирать больше людей, чтобы ее улучшить. Так, что это такое? Стена пещеры. Оружие. Важные точки мира. Аванпосты. Это, походу, тут мой прогресс. Земля Уруса. Ясно. Что тут улучшить? Да сова там зачем пока сейчас нужна. А где эта девчонка, которая вначале была? Так. Пещера Такара, уровень 1. Так. Ну, у него, видимо, мы улучшаем звериное чутье и все такое. Здесь мы ничего не можем сделать. Ну ладно, разберемся в следующей серии, друзья. Ну, хотя, если кто знает, можете написать в комментариях, я буду благодарен. А сейчас, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока, друзья, до скорых встреч. America, 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 America,